Что можете сказать о танке «Белый тигр»? Сука, пиздец, это в стоке, это такая хуйня, блядь. Об этом танке рассказывали легенды. Индеец с копьем, блядь, его пробьет нахуй. Его боялись и в него верили. Едь давай нахуй, едь, сука, едь давай, говнюк. В атаку, блядь, заграй. Он появился, сжег 5 танков, 4 самоходки и исчез. Здесь он, сука, только сраную Т-34-ку может и может, блядь, нагибать. Остальное, блядь, его, сука, его все, блядь, имеют, потому что это полная хуйня. Он один мог решить исход боя. Сука, башня вообще не вращается. Смотрите на эту хуйню. Моя армия со скоростью 50 км в сутки идет в Берлин. И ничто ее не остановит. Сука, в ебаных текстурках, блядь, не застревать нахуй. В камушке, блядь, сука. Белый тигр. Не едет, блядь, не стреляет, блядь, и брони нету, блядь. Скоро в кинотеатрах.